В безбожной школе портятся детишки. Им жизнь покажется ужасно длинной. За 30 лет уже чрезмерно лишней. Горька на выходе им, красная калина. Что делается в школе? Что творится? Какими нравами напичкивает дьявол? Отдать такую школу не без риска, лишь одержимому до времени неявно. Неблагословенные, распутные зазнайки, презрители старинных всех уставов. Стихи библейские примите со вниманием, они на путь спасительный наставят. Но наказания нет для непослушных. Придерзкий вызов выставляют старшим. Они не слышат педагогов лучших, и в классе оголтелых появляться страшно. Безбожным пропитанность пеленок, а целомудрие отсутствует зародыш. От дикого осла рождается осленок. К разверстой яме школе сам дитя приводишь. Как могут мусульмане дикость уважать, таких безнравственных и запредельно подлых? У тех не зря отточенный кинжал, не обезглавят ли подлейших кодлу? Ни дружба искренней, ни капли сострадания, жаргон тюремный, зэковские нормы. И совесть искорежена под стать кардану, срамной блевотиной Чарльз Дарвин кормит. Училища разврата, оскорблений разных, а все учителя — лишь жалкие статисты. С наследственного от КПСС маразмом, а многие еще поныне в коммунистах. Страх Божий сможет обуздать противных через войну, нашествия, как саранчи китайцев. Христос, раскаявшийся, не отвергнет, примет. В плен к Иисусу для спасения ныне сдайся. 9 сентября 2009 года.